Привет, друзья, и вам, враги, привет. Сегодня я вам решил показать заполненность пляжей в Геленджике, точнее, центральных пляжей. Вот, потому что я стараюсь купаться подальше от центральных пляжей, потому что очень-очень много народу. Все забито битком. Ну, не битком, битком в основном по выходным забиты, потому что приезжают с соседних городов. Так что смотрите. У нас первый пляж, как иду, короче, решил вам вот поснимать. Здесь как-то вот более-менее, ну, сегодня будний день, поэтому как бы и народу не особо здесь много. На центральном пляже, конечно, вообще просто яблоко негде упасть. Не знаю, почему люди бегут, едут именно на центральный пляж. Там же видно, что оно просто забито все битком. Ну, поближе к цивилизации, не знаю, наверное. Вот это пляж 2К19, 2019, так там переводится. Вот. Против пляжа есть и туалетик, и напитки, и также можете экскурсии выбрать любые, какие хотите, джипинг, морские прогулки и прочее. Здесь поиграть можно в волейбол. Купить лежаки можно также со своими какими-то принадлежностями морскими быть. Вот аквапарк здесь не работает уже лет 200, наверное. Я не знаю, почему он тут стоит. Вот здесь, кстати, я брал пирожки, довольно-таки нормальненькие, вкусненькие. Ресторанчики, пивной ресторан тут рядом, хата казака можно посидеть, также пиццерия рядом. В общем, это вот такой вот пляжик. Ну, прикольный, но я на нем на самом деле не отдыхал. А вот. Его как-то вот обустроили по-другому. Был он, конечно, совершенно по-другому выглядел совсем недавно. Но это еще не центральный пляж. До центрального пляжа мы сейчас дойдем, там, конечно, вообще битком. Но я серьезно говорю, по выходным народу, не знаю, раз в 5 больше, а то и больше. Потому что приезжают люди с ближайших городов, деревень, которые там на выходные вот именно могут выбраться к морю, к Геленджику. А вот поэтому в будни, конечно, поменьше народу. Здесь там очень много приезжает артистов выступать для отдыхающих. Вон Лена Воробей, билеты там что-то от 800 до 3, что ли. Глызин, эти недавно выступали, это не знаю, кто такой. Это тоже не знаю, кто такой. Но рот открывает широко. Гена Ветров, Сережа Лазарев, Филипп Киркоров. Короче, очень-очень много народу выступает. Есть несколько площадок. Кемпинский, Олимп, ДК. Вот. Ну, то есть, артисты на любой вкус. Я хочу в августе сходить на Сергея Пенкина. Считаю, что один... Из одних артистов редких, которые 100% я уверен, что он поет вживую. Шикарный голос и шикарный голос, и шикарный голос, и шикарный голос. Я в этом уверен, поэтому можно отлично послушать его для души. Вот. Экскурсии вот эти вот на каждом шагу. Можете выбрать любые. Хотя в Геленджике на самом деле немного экскурсий. Морские прогулки, в горы, джипинг, ну и всякие сафари-парк и такое. Это у нас городской пляж Дельфин. Даже прокат тоже всякие для детей. Вот эти вот фигнюшки есть. Вот. Практически все городские пляжи с душевыми. И для мытья ног такие штуки. Когда выходишь с пляжа, можно полоснуть ноги. Но это только в центре. Не, серьезно, кстати, я смотрю, народу не так много. Народу не так много. А вот на центральном, самом центральном пляже, там, конечно, всегда битком. Я вот смотрел там в воскресенье, да, воскресенье. Было просто вообще дофигища народу. Хотя здесь тоже вот в тенечке, конечно, все забито. А вот это у нас... И наверху как бы... Наверху этого пляжа у нас находится городской парк. Карусели.
колесо обозрения и прочее. Цены. Колесо обозрения, кажется, 250 рублей стоит. Или 350, что-то такое. Ну, дороговато. Вот, видите, здесь кое-чем моют ноги, обмывают. Здесь можно сполоснуться после морской воды. Вот, идем, короче, сейчас на центральный пляж. И это у нас уже центральный пляж. Посмотрел, короче, шезлонги стоят 200 рублей до 2 часов с 8. И с 2 до 6. С 2 до 6 тоже отдельная цена. Тоже 200 рублей. Шезлонг и также стоит, кстати, зонтик. Ну, вот здесь вот уже этот центральный пляж. Здесь уже, конечно, побольше народу. Это здесь... Сцена, центральная площадь, администрация, торговый центр Геленджик. Здесь также находится длинный пирс с яхтами, на которых тоже можно покататься. 1500, кажется, стоит рыбалка. Ну, здесь уже понятно, что народу много. Сегодня море прям штормит. Вот. И это еще как бы... Я вам сказал, что больше народу по выходным. Сегодня будни, вторник, поэтому еще как-то не особо. Но, тем не менее, видите, что уже как бы так вот. Все-таки немало. А! Чуть не потерял свой шлепок. Вот, так что смотрите, когда приезжаете на... Ну, в Геленджик, выбирайте как бы пляжи, где вы больше любите. Чтобы далеко никуда не идти, центральные пляжи. Либо где поменьше народу. Вот, кстати, скоро Бургер Кинг откроется. Все никак не могут открыться. Здесь же в центре есть Макдональдс. С другой стороны там, где Лермонтовский бульвар откроется. Скоро у нас KFC. Тоже все никак не может открыться. Вот у нас центральный пирс, где можно договориться. Прямо возле лодочек стоят баллы, которые можно покататься в открытое море, поехать, порыбачить и прочее. Вот, собственно, пляж. Отсюда как-то, ну, уж конкретно видно, насколько народ. И то. Thank you.
Thank you.